Здравствуйте, дорогие друзья! Я мастер Катя, я приветствую вас на своем канале. Это старинный заговор, который направлен на то, чтобы заставить вашего обидчика или обидчицу, злоумышленника, прийти к вам просить прощения, испытать угрызение совести. Ну, конечно, очевидно, что если это произошло там 150 лет назад, то вероятность того, что так произойдет, меньше. А вот по свежим следам это вполне возможно. Обряд действенный, очень есть разные способы его выполнить, но у нас это будет просто начитывание на фото, либо начитывание на свечу. 3 раза или 9 раз, в зависимости от... Луна может быть любая, но сейчас убыльная, очень хорошо, это как раз то, что надо. Называйте имя обидчика, там, где в заговоре нету, вот, называйте того, кто это конкретно. Вы спросите, можно ли несколько человек, тогда на каждого отдельно, потому что иначе каждому, если читать оптом, то каждому и достанется по чуть-чуть. Это неудобно. Поэтому лучше поодиночке их всех рассматривать. Я зачитывать заговор не буду, потому что здесь лучше это делать вашим голосом. Поэтому я просто дам текст, титры. И под видео дам этот текст.